Блять, зря. Ладно, давайте по быликам разобьем. Дима, ты в инсте, нет? Алиса здесь? Да, она вроде бьет. Давай ты самому. Погоди, пойди, Алис, не торопись. Кого сумонить на плюс чат? Ну, пацан здесь. Сумоним. А чё, лопасос вылетел или чё? Я не пойму. Чё-то писал? Блять, без совы это очень тяжко будет. Очень-очень. Все остальные здесь. Давай, Алиса пошла. Хилы вроде здесь. Дайте поставить, пожалуйста. Ставь проход, иначе так они и будут идти. На пол пока что не видно. Соответственно, то с вами в новом первый раз идет поешки с алкашной в ДДГБ. Если вы, мы идем все равно на группу, типа не босс. Сроливаете, даете в игре. Обычные 200-е можете выбирать себе. С алкашки, 264-й будет подать. Еще раз повторяю. По токенам один. Этот за рейд, если никому не нужно, не нужно, можете второй получить. Мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Пауки в приоритете. По паукам. Стать. Скоро у меня будет другой рыцарь.
приоритет пауки, мы забываем. Да. Что там? Жди. Одну вижу, вторая походу за ними. Тени. Все, вторую нашел. Бейте. Пауки в приоритете, можем заходить. И нет второго. Везде подходим, фласки приплоты получаем, быстрее только. Я на силу атаки раздам. Да, у меня силу атаки есть, если что. Дикой. Скорость, дай. Дальше. Дальше. Места в сумке недостаточно для раздавалка. Зюм-блок. Или кто он? Хант. Я. Хант написал, блин. Так, это кто, Моники? Я не знаю, вы появляетесь. Кого-то первый раз, не знаю, еще по никам. Какой очень класс. Дика или Хоста? Есть у кого-то связь с лопососом? Да нет. Будет пари, пока в гейм. Может кто-то пишется. Просит, тебе на ману надо или какой-то припод другой? Я имею в виду припод. На ману, да? Ну вдруг там будешь просаживаться где-то. На всякий случай. Так, еще кому? Дикой. Так, да погоди ты, с чего он, может, вообще не зайдет. Еще кому-то надо фласки припотать, звезде обмен. Хоста или Дикой?
Бля, вот лопасос подвел, нах, подвел. Может, интернет вылетел? Поставим рыбу, успокойтесь. Еще кому-то фласки, припоты нужны, звезде обмен кидаем. Мост уже зашел, нет? Зашел. Да в Анхоле Алиса будет. Влади, я во Фросте. А, ну тогда давай в Анхоле. Тогда в Анхоле Каспека сидим. О, лопасос зашел, отлично. Замоньте. Да. Сейчас 2 минуты, ребят. Зело перекину. А что, в КБ зело не было? Вообще ноль, я не знаю, кому-то раздали. Ну, в принципе. Еще кому-то что-то надо, оперативнее, только ребят. Отлично. Никому не надо, соответственно, моряки, это каска. Уколочки М5 и касочки подберем. Потом, если что, свичнемся. Этот Дживс вам справа поставил. Реги закупите, починитесь сразу. У вас на все должны быть реги. Здесь понятно. Дальше. Дальше я посрать хочу нахуй. ДБ. Перекур 2 минуты, блядь. Ты чё, офигел? Чё офигел-то, блядь? Я могу, нахуй. Могу, умею, практикую. Сейчас приду. А мы не можем. Перекурите пока этот, нахуй. Потом будет перекур. Долго перекурить будет. Так, чек на АФК. Какие рубинчики покупают у меня? Во сколько ты их выставил? Я? Да. После этого, после виклика. Я говорю, поскольку. А, поскольку? Много. Поскольку? Цена. А. 40. Только не смей за 30 кидать, мудил. Багровый рубин по 40 голды? Угу.
На АГП тебе сейчас не числит, да. Пиздец, ебать вы цену сбиваете, охуеть. Да там 50 самые дешевые, блядь. Не, ему цена 80. Ну да, но за 80 никто не берет. Не знаю, у меня берут. На еще один. Короче, он сейчас нахуй сразу готов начислить. Да, блядь. Пиздец. За каждый рубль. Ну, ОД стоит, они продают по 40 голды. Вы че, блядь, издеваетесь, что ли? Ладно, чек еще раз на ФК. Рыбу поставил, ребята. Поставили уже. Ну ладно. Саммервилл, бафнин то. Фулл баф даем пока что. Да, льда воткнул. Счетчик на готовность. Соответственно, да, для новеньких. Как его? Триньки и топовые пухи идут у нас от 15к ИП. Скап ИП надо набрать. Если никому не надо, если никому не надо, соответственно, вы их можете забрать. Привет. Так. Ну вот теперь вы можете куда мастера воткнуть. Пока никуда. Пока на замене. Ну, он вообще-то по осколкам первый. Время видишь? Мы уже на 8. Отсчет на пол. Фрейм босса встаем, Геру. Отлично. По шипам, приоритет шипы. Там ты слушал ходим. По шипам. Вихрь костей. Мастер аур отдал. Луж выбегаем. Приоритет шипы. По шипам сыграли оперативней. В лужах не стоим. Готовимся по шипам. По шипам. На фрейм босса встали быстро. По шипам. По шипам. Отдал. По шипам сыграли оперативней. Блин, тролль. Так, а чё ты выкидываете? Надо он кому-то вообще, нет?
Выкидывай, как у ладоном-то? Да у меня все. Чем-то. Десять процентов отдашь? Захуесить процентов. Где танки? Забирай. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. По помощнику сыграли оперативный. Пока он под станом. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Остальных. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о несовершенстве, вашей слабости. Создатель, чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Мимо, Ювенар, походи. Господина, нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто тяни. Не может сломить его, кто откажется. По помощнику сыграли все быстрее. Кастан висит. Тот же, кто будет служить. Вторые станы раздали. Достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже Ресель. Помыслить. Мимо. Давай, давай. По помощнику играем. Т.
тяни следующего. Малике, дай по нему стан. Угу, мой. Только если ты был в анхолике, можешь был отфекать. Так. Первое. Третье. Играют слева. Вторая, четвертая играют справа. Дима знает, что делать от танки. Рыбу поставил для тех, кто ложился. По тактике. Спецы. Три человека будут контролить леди, их надо законтролить, не убить. Далее, слушай, уходим по мобам. У которых есть мана, бьют милишники. У которых нету маны, играют РДД. Надеюсь, понятно. Дальше. Переводим ее на вторую фазу, следим за духами. Духов не лопаем. Будем с одной или с другой стороны, этот как его, трэш. Соответственно, на трэшу буду я, трэш убили, играем в леди. Когда скажу стопнуть по боссу, соответственно, стопнуть. Здесь понятно. Чек на готовность. Снимите все молитву Престовского. Да, молитву защиты от темной магии сняли все. Ликет, повесь крест по шаману. Ребафну каски. Так, каски ребафну. Еще раз чек на готовность. Дали все свои бафы. Бычьи головы моса. Да. Так, все готовы. Отсчет на пол. Трэш играем. Быстрее по трэш играем. Контроль. Раздавали контроль. Играли босс тоже. Помощники 5 секунд. По трэш играем. Контроль 3 секунды. Контроль сложи выше. Готовимся мобы. По мобам играем.
быстрее. Контроль 5 секунд. Контроль. Добили моба. Моб не лишний, блядь. Переводите босса. Перевели, перевели, быстро, служи вышли. Оперативней. Трэш залили, дали Геру. Дай Геру. Угу, отлично. Духи, дал прожимку на всякий случай. Духов не лопаем. Босса на центр, служи вышли. Контроль. Милики. Следим за духами. Моса, подними Маликета. Духи. Кого выкинуло? Трэш играем. Контроль. Расконтролили. Эльрея не убить. Ты кого выкинул? Просто тебя или кого? Оператор Шан, вставай. Им даю. Духов не лопаем, алё. Хил рейда. Дима, дай прожимку. По мобам сыграли. Готовимся контролить. Служи. Контроль. Далин Берни, император Шан. Духов не лопаем, за духами следим. По трэшу играем. Контроль 3 секунды. Следим за духами. Дал прожимку на всякий случай. Рахил медвея. Расконтролили. Как вы танка, блять, уронили? Да его слил этот лок. Вроде зафирил он иммун или что, блядь. Моса, есть БР? БР не медвея. Трэш вышел, микстурка, Алиса, дали бомжей. Контроль. Добили трэш, играем по боссу, контролим. Есть иннер по императору? Нету. На ману что? Играем чисто в босса, на трэш добили хрен. Духи. Добили. Отлично. Отказались от всего. Да можете что угодно нажимать, тебе все равно раздам будет. Нет, он уйдет. Не, у меня не уйдет. Оу. А твой да ничто не уйдет.
Но я не вижу, кто духов слил. Да вон чуландлинка, ну. Выше. Вот эту штуку ролим. Чё, аспиру или дай грену? Да, кому захочешь. Давай аспиру, да. Вот этот шлак кто-то носит вообще? Нет, тут нет. Ты этот, как его, у тебя оно в сумке, групповую поставь. Да, сейчас. Да, я сейчас подойду на корабле, дам. На хулипало там кисти надо кому-то. Тогда вот такие тапки ролим. Чё, и тапки никому не надо? Четыре плюса в пушке. Шансон, кальдрейшер, пистол, фельдш. Остальные джетпаки берем. Алиса, будешь прыгать, Дима тут. Еще раз, пожалуйста, повтори, кто эти пушки. Шансон, кальдрейшер, пистол, фельдш. Спасибо. Джетпаки не забываем одеть. Рыбу едим. Чек на готовность. Бафы проверяем. Мысли на мне настоя нет, чувак. Третий спек, не знаю. Чулан, наверное, он не считает драконьего разума настой. Я вообще-то под сапфот. Написано, что у члена тоже нет, а у члена есть. Линканидиму. Зачистил. Заебись. Не каждый ли вы синхронно это делаете? Ага. Заводи. Привет, народ. Че вы там собрались уже? Давно. Места еще есть? Нет. Заводи. Окей, если там замена надо будет, пишите, звоните.
танкадру ты по фану приходишь на час после начала каждого рта? Блять, нет у меня работы. Понял. Нет. Ты на этом. Вы видите, что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Солдрангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем. Аркету делать нечего. Пехота, сержанты, бой! Как ты смеешь вступать на мой корабль? Сейчас... Я, конечно, ничего не хочу сказать, но во фросте, то есть себе ставить меня на этот корабль. На этот корабль. Ну что, тебя Фрост бил в говно. Прыгнул. Ну ебать, а как я массу выдержу? Я вообще не понял, что произошло. Сначала говорит то, что я прыгаю, теперь оказывается то, что я на этом корабле. Хотя я уже спекнулась во Фроста. Тебе какая прыгнули разница? На свой корабль. Прыгнули. На свой корабль. Быстрее, быстрее. Прыгнули. На свой корабль. Прыгнули. На свой корабль. В
самую левую пушку сядьте, пожалуйста. Уже 10 секунд. На свой корабль сразу. Нечего, он врет, аддон твой. Меня там нет. Я когда из пушки вылезал, попал под одну, и меня кинуло, отбросило, точнее, во вторую. Его нету здесь. А, сука. Зря объяснил. Два плаща. Смотри, кому надо. У тебя нет места, выкинь какое-то говно там у себя из сумки. Выкинул. Блин, я уже изюму отдал. Передай Мосе. Пусть, ладно, пусть у тебя будет. Чего, у тебя капа не хватает? Я заберу. Пить это шоу. Это за Виклик. У меня было стоп на 3П. Так, рыба нужна? Ну, типа, вешать. Ну, чек на готовность. Есть у кого-то хавчик на крит? Сумерли тут нет. Сейчас. Заводи. А если он не подойдет? Подойдет. Стокра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Лет только что! Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича! Чек на готовность. Фельдшер готов? Лен.
старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно племя короля меча? Веру. Бам. Баба, приедините от Сомервилля. Вам Джейк кто давал? Алиса, ты давал бомжей? Нет. Давай. Мабам. Ты по мобам играем. Бам. Рядом с матерью и предками. Помните о чести, герои! Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Андрей, тебе надо? Да я ебал его брать, блять, оно хуёвое. Максимум за 10 гп могу забрать. Ну, процентов. Так у тебя какая? Это лучше же будет. У меня зов хаоса обычный. Так это лучше зова хаоса будет. Я знаю, но он говно в принципе. Глянь, око. Вот тот бит топор.
Ну, такое, честно говоря. Это по роллу, вот эта штука. Напиши ему, может, уступит. Печенька, 200 гп, вот это стоит героическая. Бля, чё пароль? Так, погоди, кому это давал? Лукач. Сюм. Чё, трэш не били, что это? Угу. Встаньте ближе все к танку, не бегайте вы. Ёпта, блять, у танка 200 по трэшу, ёбаный урод. Них сотка не дотягивает. Алиса тоже мало набила. Так. Да, поёт. Ну, блин. Ты что-то слабый на этом серваке. Групповую поставь. Посмотрю сейчас, что там по рангам изменилось. Да ёпты, сколько вот там трэш-то забили? Там... Сколько есть, весь наш. Ты как думаешь, за ранги надо какие-то бонусы давать? Или это просто будем нет. смотреть? Не надо. Артём, а. Можно я перезагружу ПК, то что-то лагает пипец. Давай. Две минуты. Угу, спасибо. Мосса говорит ему что-то за разницу, у него обычка есть. Изюм хочет отдать плащ. Он подумал то, что ему много ГП. Решил отдать. Мосса говорит то, что он заберет. Квест на лан. А чё, блин, убьем? Ну не самых простых. На лан простой. Прошватный в гере.
Блять, откуда они? Чулон вылетает что-то.